Они посвящают свою жизнь нам, детям, но не родным, а совершенно чужим. Переживают за нас и радуются нашим успехам. И в честь этого дети организовали концерт «Путешествие своим учителям». Ученики подготовили необычный концерт в виде морского путешествия. Все для того, чтобы учителя немного отдохнули и отвлеклись от своей работы. В лицее номер 160 работают 45 учителей. Каждый из них ежедневно ведет уроки. И вот пришло время расслабиться. Ребята сами полностью подготовили концерт. Принимали в нем участие только самые креативные. День учителя придумали, чтобы учителя немного отдыхали. По-моему, учители – это праздник для учителей, то, что они нам нужны, то, что они нас учат. Они нам очень дороги. Мы сегодня приготовили танец для учителей. Он называется «Только любовь миром править должна». У нас весь концерт в морской тематике, потому что учителя как будто бы в отпуск оказались. Все мы знаем, когда проходит праздник, посвященный учителям, поэтому можно начать к нему готовиться заранее. Старшеклассники придумывали номера и сами курировали мероприятия. Мои сверстники даже пригласили первоклассников участвовать в таком важном концерте. Заставили их выучить стихи и песни. И, как мне кажется, весьма успешно. Мы сегодня выступали на День учителя и рассказывали стихи. Мы сегодня были моряками. Меня очень похвалила учительница, то, что я так хорошо выступила. Я здесь одна была из ее класса. Все закончилось обнимашками, селфи и поздравлениями. Директор даже сама провела обряд посвящения новых учителей в семью педагогов. Они давали клятвы, что будут выполнять все пункты. Клянемся соблюдать олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее». Это значит, быстрее ветра на переменах не бегать, выше администрации не прыгать, сильнее Атланта не быть. Учителя делятся не только знаниями, но и любовью и жизненным опытом. И благодаря их критике и мудрым советам мы познаем этот мир и становимся лучше. София Чугунова, Дан Хамитов, специально для Горы новостей.